Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что наша жизнь находится под Его особым вниманием. И когда мы делаем правильные вещи, то мы можем жить спокойно. Когда же нечестие начинает настигать человека в виде его мыслей, мотивов, слов, действий, то он тогда вынужден будет прятаться и убегать. Почему? Потому что есть такое интересное выражение, что нечестивый даже гонится тогда, когда за ним убегает, тогда, когда за ним никто не гонится. Потому что само внутри нечестия или какие-то последствия от неправильных слов, выборов и решений приводит человека в эту позицию, когда ему хочется скрыться, убежать. И сегодня мы с вами сеем в завтрашний день. Поэтому сегодняшний выбор, сегодняшние слова, решения, которые, может быть, не хочется принимать при всех, потому что они тогда некрасивы, когда их видят. Соответственно, если человек так действует, то он все равно вынужден будет прийти в позицию, где все станет ясно. Тайное будет явным. Об этом мы как-то уже с вами говорили. Но сейчас я хочу показать на последствия состояния сердец людей, которые начинают делать заговоры или внутри себя имеют какие-то негативные решения. Помните этих двух военачальников, которые были у Иосфея, Баана и Рехав, и убежали бифрафяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. То есть люди, которые начинают что-то коварное предпринимать, они вынуждены уйти даже с позиций. Но правда, в данном случае они как бы спрятались до времени. Но позицию оставив с одной стороны, они задумали коварный план, чтобы его осуществить из-под тишка. Но немного повествования уходит в другую сторону, поэтому сейчас с вами прочитаем. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя ему Мемфивосвей. То есть еще один, уже получается, внук Саула, которому было совсем немного лет. Иоаннафан – это его отец. И вот сейчас он стал хромым, или буквально недавно стал хромым, потому что нянька его уронила, а по всей вероятности медицинская помощь еще не была на том уровне, чтобы помочь срастить кости правильно и чтобы ребенок полноценно ходил. Вот эти последствия, которые постигли сына Иоаннафана, внука Саулова, это тоже из некоторого, так скажем, перечисление проклятий, которые приходят на людей. Этот хромой инвалид, который сейчас не может полноценно себя обслуживать. Не случайно здесь эта вставочка, потом она выйдет чуть-чуть позже, но сейчас здесь уже говорится о некотором таком масштабном более взгляде на Саула и его дом. И у Иосфея руки опустились, и Иоаннафан убит, его сын Иоаннафана, внук Саула, хромой. Посмотрите, какая картинка. И как печально. Вроде бы тот, который был царем и самым главным в стране, он не смог со своей семьей правильно распорядиться, потому что на самом-то деле семья – это дар от Бога. И чтобы дети были полноценно развивающимися и внуки были под покровом, для этого надо главе семейства занимать подобающую позицию. Поэтому, друзья, так хочется, чтобы мы с вами могли сейчас посмотреть и на свое сердце и понимать, а что я сею в те поколения, которые останутся после меня. Есть такое понятие «длинная воля», «длинная мораль». И вот эта длинная мораль, она простирается через поколения. Она не только живет в отдельном взятом человеке, она проходит через поколения. И так хочется, чтобы мы с вами сегодня просмотрели через вот эту призму божественных законов и его принципов, в длинную мораль, заглянули в будущее наших уже внуков и, если даст Бог, правнуков. То есть те поколения, которые еще должны встать в позицию жизни на этой земле. И мы с вами сегодня ответственны за то, что там происходит. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня огромная необходимость, чтобы Ты дал нам увидеть картину Твоими глазами, посмотреть туда, куда мы еще не смотрели, делать то, что нам надо делать сегодня, чтобы поколения будущие, они входили в приготовленную площадку, которая под покровом и которая в Твоем присутствии приводится до полного дня к
полному урожаю. Я благодарю тебя, что мы об этом можем тебя просить, а ты помоги нам это сделать, чтобы нам не оказаться с такими плодами, с которыми пришел Саул пред твое лицо. Я благодарю тебя, Господь, что ты сильный, могущественный и спасающий. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.